Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Денис Кочергак из Zuko Family, и я смотрю сюжетный трейлер «Мафии 1» ремейк. Вот. Вообще, вот классный момент, что нам показывают город, детектива Нормана. Оцениваем графику. Вот. Это очень круто сделано, интересно, я первый раз просто офигел. Вот. Тот момент, когда Томми взял деньги, показывают Морелла, те моменты из первой мафии, сейф, церковь, гонку, просто тот момент с дракой, Пеппи ресторан, склад, мотоцикл, кстати, появился новый. Как в семью взяли Томми. Вот. В этом сюжетном трейлере реально показали все вот офигенные моменты первой мафии, которые вот мы помним. И, естественно, первый раз ты просто смотришь и офигеваешь. Правда, показывают очень быстро, я понимаю, что это не геймплей, это именно трейлер, но ты не успеваешь даже оценить, что это за момент, то есть пару секунд там. Раз, два, три секунды, и все прошло нафиг. Ты не успеваешь увидеть, ну, подробнее эти моменты, но ты их помнишь. То есть твой глаз запоминает, и ты их помнишь. Тот момент с вином, грузовичком. Вот, что еще за моментик я классно заметил. С сеном, да, это понял, что за момент. Склад, я уже сказал. Вот. Так что, надеюсь, игру не обосрут, она не будет по эпизодам. Это было бы очень хреново. Поэтому, как я фанат «Мафии», ставлю кулачки и молюсь о том, чтобы игра была не хуже оригинала. У меня, кстати, на канале прохождение первой «Мафии», вы можете поностальгировать, на канале Kazuko Family посмотреть. Так что ставьте лайки, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, советуйте друзьям, мы еще тоже обсудим и посмотрим другие интересные видео. Вот, так что будут вопросы, задавайте, а я просто от этого трейлера просто офигел, я был под впечатлением, мягко говоря. Вспомните момент, уже прошло до хрена времени, сами понимаете, это просто капец, это реально настоящий долгожданный ремейк. Так что всем всего хорошего, дорогие друзья, с вами был Денис Кочергак, Zuko Family, до новых встреч!